Чуваки, всем привет, с вами Топ Дота. Вы меня снова просили почаще открывать кейсики, фармить шмотки и делать розыгрыши, и вот буквально пару часов назад я крутил сундучки на тесте drop.ru, и мало того, что мне там под конец упала просто лютая годнота, я еще и спалил какой-то странный баг, с которым можно не слабо так обузить баланс на сайте. И что самое интересное, по идее его еще даже не успели пофиксить, потому что дело было вот реально пару часов назад. Так что, чуваки, досматриваем ролик до конца, обузим и, конечно же, участвуем в розыгрыше. Чуваки, всем привет, это Топ Дота, сегодня будем крутить кейсики на тесте дропе, и у меня для вас, по-моему, есть одна небольшая, так сказать, новость. Я только что пополнил баланс на этом сайте на косарь, но, как вы видите, бабок у меня 1525. Ну, 25 рублей у меня было, окей, но 500 прилетело, типа, вообще хз откуда. Я подозреваю, что у челиков просто вместо 5% бонусов при пополнении стоит 50, поэтому, ну, если хотите это заобузить, то можете попробовать. Так, ну, с соткой, как видите, что-то не очень сработало, но с косарем только что было нормально. Так что, если хотите сдонать сюда и пооткрывать кейсики, то можете попробовать. Не знаю, пофиксят это на момент, когда вы это смотрите или нет, но я это залью как бы сразу. Так, ну и давайте посмотрим, что тут за кейсы, что мы тут повыбиваем. Тут есть, конечно же, топ-дота кейс прекрасный. Возможно, что-то хорошее выбьем в нем. Так, давайте даже сразу с него и начнем, почему бы и нет. Тут шмоток достаточно много, возможно, что-то здесь есть хорошее. Ну и падает нам какая-то лютая херня, которая стоит рублей 20. Нет, 48, ну все равно херня, давайте еще один открываем. Второй кейс у нас. Второй кейс, и это Вейлхук. Так, вот, это уже хорошо. Чуваки, если что-то выпадет очень жестокое, то это я, понятное дело, разыграю, как обычно, поэтому досматривайте до конца и участвуйте в розыгрыше, как же иначе. Так, за 159 рублей какой-то непонятный кейс, тут куча всего, куча всякого, и нам падает просто какая-то лажа за 8. Тут я не знаю, что может быть хуже, нам упала какая-то шмотка, которая стоит 8 рублей. Окей, ничего не имею против. Возможно, в следующий раз нам повезет больше. Серьезно, два раза подряд. Так, ладно, я не сдаюсь, я этот кейс буду ждать до конца. На самом деле нет, последний раз открываю и сваливаю отсюда нахер, мне это не нравится. Так, остановись, собака! Нет, 45. Так, вот этот что-то мне не понравился, давайте дальше. Голд, возможно, в голде падает что-то покруче. Голд кейс, и вот Демон Итер был бы отличным подарком, и выпадает полная херня за 40 рублей. Еще раз крутим. Так, возможно, вот, ну, вот на мартредочку выпадет нам что-то хорошее. Нет, не это, чуваки. Так, хорошо, пока что мы жестко сасаем Бибу. Можно открыть что-нибудь типа Random Immortal. Поехали, почему бы и нет. Тут башеры есть, тут есть ДК-хук, конечно же. Я слышал, что Гуми выпал ДК-хук, и я на самом деле... Опа! Так, нормально. Swift Claw, давайте заберем, разыграем его и еще что-нибудь. На розыгрыше уже Swift Claw, это хорошо. Слышал, что Гуми выпал ДК-хук, и я что-то вообще охерел. Может быть, и нам сейчас точно так же повезет, но... Ну, кстати, а это сколько стоит? Так, забрать. Так, две шмоточки на розыгрыше уже есть. Ставим лайки, подписываемся на канал. Так, и надо еще что-то открыть. Надо еще что-то... Что-то такое жозенькое, вот не знаю. Жозенькое, это, конечно, вот это, но денег у меня уже не хватает. Давайте с легендари попробуем что-то выбить хорошее. Тут может быть, в принципе, Battle Fury. Battle Fury, если прилетит, я буду просто доволен. Ну, давай. Нет, даже и некуда дожимать. Так, ладно, полная херня. Давайте еще один. Еще один, и придется сейчас на Аркану сваливать, наверное. В Аркане что-то пытаться поднимать, потому что там, если ты выбил что-то хорошее, то, блять, то это Аркана. Да, тут это какая-то дичь. Ладно, давайте еще куда-нибудь сходим. Что у нас есть? Кстати, есть бич-пакет. Если у вас не так уж много денег, то можете пооткрывать кейс по 10 рублей. Посмотрим, что здесь, кстати, падает. Что-то за десятку выбить-то можно. И за десятку нам прилетает Red Horn. Ну, отлично. Он, по-моему, стоит рубля... Да, рубля 2. Ну, на самом деле, как повезет. Вот, например, Башер, он стоит сколько? Он стоит полтос или сотку. Так что можно, в принципе, подняться. Так, думаю, что пора заваливаться на Аркану сет. Или еще рано. Не, давайте еще крутанем здесь, посмотрим, что здесь упадет. Так. Хочу башер, хочу сол-диффузер!
Soul Diffuser! Ну, нормально, нормально, 700 рублей. Так, это сколько уже на розыгрыше, чуваки? Ну, блин, по-моему, уже жёстенько. Я не знаю, сколько длится этот видос, мы вроде не так много поиграли, но уже на розыгрыше там 1500 вещей. Так, 79 рублей, и как раз мы можем открыть бронзовый кейс. Сейчас откроем бронзовый кейс, что-нибудь отсюда выбьем и, наверное, будем на этом заканчивать. Блин, мне понравилось, в принципе. Учитывая, что я закинул-то всего 1000, получил 1500, еще и наролил нормальных шмоток. Так, так, ну давай сюда, собака, перетянуть. Вот, мне вот это. Нет. На сегодня на этом все. Обязательно участвуйте в розыгрыше, для этого просто напишите какой-нибудь рандомный комментарий, желательно со своей ссылкой на ВК-страницу или с ID ВК-страницы. Ставьте лайк на видос и подписывайтесь на канал. Это все, что нужно, чтобы участвовать в розыгрыше. Через неделю у нас будут итоги. На самом деле у меня что-то очень много каких-то розыгрышей, я там уже компендиумы раздаю, уже... Раздаю сеты с этих компендиумов. Сейчас еще лут с тести дропа раздаю. В общем, чуваки, халявы очень много. Все, всем спасибо за просмотр. Обязательно ждите итоги. Через неделю будут на моей ВК-странице. Всем спасибо и всем пока.